Добрый день, друзья! С вами Секрет Мастера. Ранее был собран радиоуправляемый катер. Двухкомандная система радиоуправления для катер взята с игрушечного автомобиля. Рулевая машинка сделана из старого жесткого диска. Давайте усовершенствуем этот катер, введя управление на основе изменения вектора тяги. Для этого снимем основание с батарейного вентилятора. Удаляем защитный кожух. И получаем доступ к электродвигателю. Удлиняющие проводники питания двигателя вентилятора выводим к боку от стойки. Саму стойку крепим при помощи термоклея к рычагу сервомотора. Ось пропеллера должна быть параллельна основанию рулевой машинки. Рулевую машинку термоклеем фиксируем к корпусу катера. Берем зубочистку и делим ее на три части. Острые концы зубочистки втыкаем по углам кормы катера. А среднюю часть вклеиваем в рычаг сервомотора. Для установки рулевой машинки в среднем положении натягиваем между зубочистками банковскую резинку. Это патроны от резинкострела. Делаем все электрические соединения по схеме, опубликованной на сайте Секрет Мастера. Проверяем работу катера на суше. Спускаем катер на воду и проводим ходовые испытания. Катер на воде отлично управляется. Принцип изменения тяги позволил снизить влияние ветра на катер за счет отказа от воздушного руля. Логично продолжить модернизацию катера и установить погружной руль. Хочешь узнать о продолжении работ над этим катером? Подпишись на канал. Смотрите также, как сделать из жесткого диска рулевую машинку. Схема катера и все подробности конструкции показаны на сайте secretmastera.ru.